преддверии Дня любви, семьи и верности, который ежегодно отмечается в России 8 июля, комплексный центр социального обслуживания населения города Каспийска организовал для крепких и долгих супружеских союзов настоящий праздник. На сегодняшнее мероприятие мы пригласили 15 семей, которые прожили в браке 30 и более лет. Для них накрыты столы, подготовлена праздничная программа. Будут и подарки для них. Организовано яркое, интересное и праздничное мероприятие также при помощи администрации города, руководства ресторана «Плаза», торгового дома «Киргу» и многих других. Отметим, что на встрече присутствовали почетные гости, среди которых была и заместитель председателя собрания депутатов города Каспийска Аза Алиева. Очень приятно, когда в совместной жизни, долгий жизненный путь вместе проходят муж и жена. Дай Бог вам здоровья. Семья – это самое святое. Все остальное в жизни проходит. Бывают невзгоды, бывают трудности в жизни. Все бывает. Вот всем вам, присутствующим здесь, в семье, мужу, жене, огромное спасибо, что вы прошли, да, жизненный путь совместно. Супруги Демитовы вместе уже 50 лет. За время семейной жизни у пары родилось 4 детей и 12 внуков. Как отмечают Гаджи и Фарида, секрет их семейного счастья заключается в понимании. Друг друга понимали, что он говорит, я понимала, что я говорю, он понимал меня. Аза Алиева в рамках торжества от городского собрания депутатов в лице председателя Абдулвахида Джаватова вручила семейным парам благодарности за содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе, сохранении семейных ценностей и нравственного воспитания своих детей. В свою очередь приглашенные пары отметили, что они очень рады такому празднику и подобные мероприятия для них очень важны. Я очень благодарна, честно слово, это хоть маленькое внимание за то, что вот такое организация, что у нас есть Каспийские, что приходят вот такие красивые, молодые, шустрые девочки к нам домой, помогает нам, подбадривает, психологическую помощь оказывает. Вот это маленький кусок тоже сердце согревает. Я прям на 3 года помолодела, как взяла эти грамоты. Продолжилось мероприятие концертной программой. Зажигательные и душевные песни исполнили для присутствующих заслуженный артист Дагестана Абдулла Магомедчиев, артисты даг-эстрады Ислам Рамазанов и Азарина при музыкальном сопровождении композитора Светланы Муртазалиевой.